Это никак не может быть. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Вот сегодня у нас 12 января 2016 года, утром 5 часов 19 минут. Вот уже мы закончили утреннюю молитву, привели в порядок. Ну и нам задали вот такую тему. Давай. Номер 31. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 11.01.2016 года. Ну, вот такой совет, посоветовали только. И мы решили, ни одного дня не пропустили. Уже 31 будет у нас встреча с нашими зрителями и читателями. Я беру за эпиграф ко всему тому, что сегодня совершается вокруг. В стране, не только в нашем доме. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Вот это везде. А люди, которые слушают, ну относятся, а к вам это не относится? Не относится. В моей жизни не было ни одного раза, чтобы я кому-то изменил. Вот в таком плане, как люди понимают. Сегодня друг, а завтра уже переменился, кто-то что-то сказал. Поэтому даже расставаясь с митрополитами, я говорю, смотрите, чтобы заочно нас не разлучили. Заочно. Кто-то что-то сказал, или его сказали, ты будешь встречаться с Игнатием, кто-то, кто-то. Даже патриарх был бы, ему бы стали угрожать. Почему? Я не могу объяснить, но немножко потом дальше, по сути, я объясню, почему. Это избрание Божие. Как одного епископа в отверженных, Виктория Гуго говорит, ну а как вот епископа избирает? Как? А это на кого Бог посмотрит, плюнет, говорит, на кого, тот и епископом плюнет. А вспомните, что такое плюновение Господа? Это особый знак. Он плюнул на нас, это не означает, что отвернулся. Да плевать, да забыть. Это другое. Брение. Люди боятся, чтобы микроскопическая какая-то молекула не попала в глаза. А тут наоборот, с грязью смешал, все, исцелел. Жену узнать, изменяла, не изменяла. Попробуй, проверь. Если муж в командировке был больше месяца, а она согрешила в первый день. В Библии очень просто. Замени ее к священнику. Священник возьмет, где ходят сотни тысяч людей по земле, прокаженные там, может быть, были какие. Они же прокаженные приходили, их и надо было проверять. Возьми земли, раствори, дай ей выпить. Вообще, даже шарлатаны сегодня так не будут делать. Бог. Бог. Книга чисел говорит об этом. Ну а как? Ну, если согрешила у ней, надуется здесь. Да как я не надуюсь? Это вспухнет чрево. Вспухнет. Оно сегодня вот у архиереев и священников вспухает. То есть изменники Христу. Их Бог напоил этой. И вот все они такие. И дальше. Сразу обращаюсь ко всем, что ко мне, пожалуйста, даже ВКонтакте меня нет. Нет меня ВКонтакте. Я там не бываю вообще. Только модераторы мне это переносят, перекидывают на наш форум. А с форума они опять берут, туда несут. Заходите прямо на наш форум. Вот я сейчас покажу, какой наш форум. Вот, смотрите. Православный форум Игнатия Лапкина. Я когда буду говорить сейчас, говорят, хвалящийся хвалит Господа. Мне никак не могут простить, что я говорю, что вот этот наш форум, он не имеет аналогов. В нем нет споров. Ну, найдите такое еще, чтобы 1580 тем, то есть охватывает все. Все, что только можно по этой теме сказать. Создать их надо было. Господь создал их. И спора вообще нет. Вот третий месяц, и ни одного отзыва нету. Ну, а 350-то человек зачем-то заходит каждый день. Каждый день. Вот где-то несколько дней на то 600 даже зашло. Но это уже для нас рекорд. Почему? Божье. Я покажу, что ну, у нас есть сайт. Вот он. Сайт у нашего, в мировой сети равных нету. Ой, как вы любите хвалиться. Хвалящийся хвалить Господом. Прямое повеление. Это Бог сделал. Я вообще не соображаю. Нет у меня данных никаких. Приходят полуживые ко мне люди. Парализованные. Все помогают. Почему? Зазомбировал. То есть они не верят, что есть Дух Святой. Ну, посмотрите, какой сайт, как он оформил. И название «Православный библейский сайт». Все говорят, да православие и Библия – это несовместимо. У нас совмещается. И какие эпиграфы? «Вымыслы человеческие, ненавижу закон твой, люблю». Что место писания? Псалом 118, 113 стих. Это первое, что, может, я заучил наизусть, там, в первый день уже, как обратился. 53 года назад. Дальше. «И слово твое, светильник ноге моей, и свет стези моей». Вот я говорю, смотрите, здесь моих... Помещено. Так, 38, 42, 40, так, ого, это больше, 42, 46 книг моих.
Каждая книга 752 страницы. Вот они стоят, вот все книги. Дальше. Проповеди в аудио. Это можно составить. Это книги, отдельно стихи. А вот темы, на которые я отвечал в университетах. 5 университетов вел занятия. 3 радиопрограммы каждую неделю. Часовая прямым онлайн. Часовая каждое воскресенье. По телевидению. Во всех воинских частях, в окрестности, ну, во всем регионе, можно сказать, сибирском. 5 отделов милиции, только в городе Барнауле. Городской и краевой отдел. И всех я зазомбировал. Ну, маленько, хоть что-то. И все время благодарности, благодарности из этих органов. Я плохо слышу, и поэтому... Вот прочитай хоть один раз. Какие здесь темы? Бесы, колдовство, второе, Библия, третье. Библия нет, второе, говорит, дальше. Богослужение, болезнь, будущее мира, грядущий суд, вера, взаимоотношения, внутренний мир человека, война, служба в армии, государство, правители, грех, деньги, дети, лагерь, стан, евреи, ереси, секты. Да, женщины, жития, интернет, канонизация, коммунизм, крещение, Лапкин книги, литература, искусство, молитва, монашество, мощи, мусульманство, обращение ко Христу, община, объединение, патриархия, пища, посты, покаяние, политика, потеряевка, праздники, природа, промысел Божий, проповедь, благовестие, работа, разбор выступлений. Вот, особенно разбор выступлений, посмотрите. Разбирая выступления бывшего митрополита Кирилла Гундяева, когда он митрополит, патриарха Алексея II по 60 вопросов, старообрядческого митрополита Адриана, Козлова Максима, который там в Москве, ну, в МГУ он там есть, Юрасова, тут сколько, их выступления. И на показываем основании Библии в среднем 5-6 вопросов из 60 правильно отвечают, то есть 10%, а остальные неправильно отвечают. Я беру вопрос, их ответ, и дальше по основаниям Библии. Это, ну, где такие, кто разбирал? Ну, покажите мне, чтобы я увидел. Почему? Я имею побуждение на это. Это означает избрание. Меня на это Бог избрал. А это особенно мне во вину ставит. Да вы назвали его так. Оставьте до суда Божия. 1 Коринфянам 4:5. Дальше. Разное. Рождение. РПЦ. Русская православная церковь. Русский язык. Священство. Семья. Смерть. Спорт. Старообрядчество. Суды, Христос Бог, Царство Небес, Рай, Царь и Последняя Церковь. Ну, это 55 папок. Ну, чего-то стоит, какой разнос. Это все мои и вопросы, ответы из книг. Называется «Открытым оком». Этим книгам нет аналогов. В каждой книге около 3000 ссылок только на Библию. Ну, нет таких, просто, ну, нету. Я говорю, потому что нету. Я много этим занимался. Чтобы ответить на эти вопросы, я отвечаю это в аудитории. Отвечаю по радио, когда задают. Вот, а теперь вот здесь вот ткнете наш форум, а вот здесь ткнете, нажать здесь видеоканал. Для чего я это говорю? А для того, чтобы людей завлечь, привести ко Христу. И вот дальше. Теперь объявляю о том, прочитай что. Уже не первый год меня просят составить на каждый наш видеоролик хотя бы краткое, но точное описание, что на нем есть, для облегчения поиска нужного ответа. Ну и дальше что нужно сделать? Обязательно указать, на какой минуте, о чем. Вот Коля Николай тут один заходит, он уже сколько сделал. Все. Дальше, что мне за день поступило? Но это только часть писем, которые мне поступили. Часть. Давай. Даниил Шевченко. Дядька, выбачай, не дослушал, а уже тебя не с тем окрестил. Каюсь, с тем, что Писанию говоришь, согласен полностью. Что он хотел сказать-то? Переведи на русский язык. Дядька, прости, не послушал тебя. И... То есть до конца ролик наш не дослушал, а уже осудил. Сектанты, это попы так настроили. Слово сказать сектанты, в православии нет этого слова. Ни в канонах, нигде, это они его придумали. Они не знают, что такое сектанты. Попы, священники, архиереи, они не знают этого слова даже. Им клеймят, они знают. Ну, хотите узнать, что такое сектанты? Давайте посмотрим. В Библии этого слова нет. В Библии нет. В канонах нету. У святых отцов нету. Откуда они его взяли? Отсюда взяли, отсюда, от ненависти. Исидор Пелосиот прямо говорит. Предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. А они находятся и в предвзятости, и в злобе. По отношению ко мне и тому, что я делаю. Ну вот, что такое секта? Секта Ожегов, словарь. Словарь Ожегов, Шведов. То есть, обратиться к религиозной литературе не можем. Но безбожники-то понимают это, они же исследуют. И это, вот это вот применяется в судах. Я когда судился, когда меня клеймили-то, и все проиграли до одного процесса.
Если которые по интернету идут, говорят, были бы они здесь, я имею право подать на них. Подрыв деловой репутации. От них праха не останется. Заставят заплатить за деловую репутацию, за оскорбление и все прочее. И опубликовать еще и в газетах своих, где они там пишут. А то в интернете все можно делать. Значит, это страшнее, потому что тогда можно было рассчитаться здесь за клевету. А теперь до суда Божия это все будет. Секта. Секта. Религиозное течение, община, отделившееся от какого-нибудь вероучения и ему противостоящее. То есть ни от кого мы не отделялись и не противостоим. У нас православная служба идет. Приезжали сколько архиереев тут у нас служили. И ни один не сказал, что у нас не православная. Ну наш-то архиерей, потом он бывший домодедовский. Евтихий. 13 лет. Ну заметил, он говорит, Игнатия никогда не обвинить в неправославии. Он супер православный. А это ни разу не встречались, не видели, не считали ничего. Еретик. Еретик еще подойдет. Ересь есть. Еретик. Ну тут понятно, тут в полный рост уже встает сатана через них. У меня нет ничего еретического, тем более сектантского. Я православный. И все мы православные. Дальше. Ну и дальше что такое? Сектант. Группа лиц. Это переносное значение. Группа лиц, замкнувшихся в своих мелких узких интересах. Ну, у нас мелкие узкие интересы. Так, православная деревня, мелкие узкие интересы. 21 тысяча порушенных сел, и на наших принципах православных, чтобы вот, вы видели, здесь стоит, ни одного пока нету. Лагерь детский, единственный в Советском Союзе, 44 года существует, православный лагерь. Это узкие интересы. Но если узкие интересы, их никто не знает, они только знают свое. Вот, говорит, ты начни опять, ты хвалишься. Ну, тогда меня нет, если я ничего не скажу этого. Но это Бог так делает, не я. Хвалящийся хвались Господом, что знает его. Я его знаю, Бога моего. И он это делает. Но заметьте, прикасаются к нам люди. Это что? Она загонит его. Карандаш. Ты что делаешь? Кошка, карандаш загонит. Подпол. Я иду дорогой, идет военный. Высокого роста, подходит. Я гляжу, полковник. И иду, говорит, в краевой военкомат. Я хочу вам особую благодарность дать. А за что? За то, что я вас знаю, встречались. Да как вы меня знаете? А вы знаете, я был майор. Я шел, у меня был там прокол, говорит, я неправильно делал. И думаю, сейчас меня накажут. И с вами встретился, поговорил. На душе маленько успокоился. Прихожу, а мне подполковника дали. Второй раз иду, говорю, что-то задумался, гляжу, вы идете, я на другую сторону улицы и поздоровался с вами, поговорил, и прихожу, мне полковника дали. Я говорю, бойся, чтобы его сейчас генерала не дали. Акимов его. Я это знал. Нет, не знал, Бог это делает. Бог. То есть люди считают за счастье встретиться, что они как какой-то знак имеют. Почему Бог так делает? Ну, вот я говорю, кто в армии служил, скажите, увольнителю на сколько дают? Но если ты не провинился, то в часах от и до. Откликнитесь мне, кто знает такое, чтобы на срочной службе. Ну, я был рядовой, мне сразу звание старшины присвоили. А как так? Ну, от меня не зависит дальше. Увольнительное дается 1 января до 31 декабря. На весь год. Так разве бывает такое? Бывает. Одна такая должность была в армии, и мне ее дали. А что это за должность? Техник, смотритель воинских зданий ракетных войск Дальнего Востока. А зачем это нужно? Дальше вопрос другой уже. Чтобы военных было жилье и прочее. Меня Бог избрал на это. Теперь я езжу по стране, срочная служба. Ночую в Хабаровске, там где Институт иностранных языков, со студентами. Повышаю знания языков. Одновременно в армии служу и занимаюсь английским, немецким, французским. И в конце занялся еще испанским. В армии кто занимается этим? Вы понимаете, Бог это делает. Я вот говорю, я знаю, как они будут умирать от этого. Что такое секта? Дальше. Известны какие секты? Адвентисты, баптисты, духоборы, молокане, пятидесятники. Ну, конечно, не православные сектанты. Секта это что такое? Секта, откуда латинская. Это? Толковый словарь? Иностранных слов. Крысина, ЛП. Крысина. Это тоже принимается в судах. Дальше. Секты – это религиозная организация, отличающаяся догматичностью взглядов. Нет у нас догматики ничего. Такое же верой считается, только Духа Святого, Господа истинного считаем, как оно было до Никоновской ненужной реформы. Истинного, то есть Дух Святой истины. Это вы изменили догматику. И убеждений, и расходящиеся с господствующей церковью или враждебных ей. Словарь? Словарь иностранных слов. Москва, 1960. 23 тысячи слов. В 64 году.
Тогда еще на меня не нападали, нельзя было, но уже под нас сыграли они. Дальше. Секта отрицает институт священства. Не признает деление верующих на клир и мирян. Ну вот два условия, которые. Догматика и священство. У нас догматика та же самая православная. Ни в одном месте мы не расходимся. И словарь говорит о том, что, ну и так, у нас священник, а кто епископ? Понимаете, всем нужно сегодня знать, кто епископ. Вот без этого никак нельзя. Мы вам говорим, кто у нас епископ. Вот на богослужении кого поминали, того и поминаем. А если он вас отрицает, ну это его задача, к нему спрашивает. Почему он наемник, видит волка и уходит? А кто волк? Ну кто и волк-то? Ну кто его заставляет? До признания акта канонического общения с Московской патриархией этого не было. Там волчатник главный-то. Там семинаристы, которые будут лютыми волками. Вот я показал, что такое ересь. Ересь — греческое особое вероучение. Ну это, то есть ничего этого нету. Поэтому к нам это никак не относится. Дальше. Александр Капустин. Мир вам, Игнатий Тихонович. Я это США из Америки. Вот кого я здесь называю, показываю, которые недруги, они сейчас их высчитывают к нему, скорее как-то, и скорее начинают на меня пакости всякие говорить. Да ничего не получается. Если он слабенький так, на вашей совести, а сильный он вам, говорит, по мордасам даст, ничего нет. Они говорят, да перестань, отойди, пока тебе не попало. У нас было так, я набираю детей, а напротив, ну уже все люди пришли сажать. Автобус дает городская администрация для детей. Или краевой отдел УВД края милиции дает автобус. А попы умирают от страха. У меня объявления висят в городе о лагере. Они посылают своих семинаристов срывать это все, а где не могут сорвать, пишут ересь. Детский лагерь, ересь. И детей сажаем, и бежит священник, крест мотается, у него подбежал, да вы знаете кому? А я уже людей предупредил, мужики подошли, а ну поп, брысь отсюда. А так сейчас занимаю, все, побежал, согнулся. Трусость и корысть, злоба нечеловеческая. А я набрал детей, два автобуса увез. 44 года занимаюсь чужими детьми вне государства. Я должен набрать средства, сохранить детей, ни одного повреждения, ни одного отравления. Уникально, ничего не видят. Да в любом государстве рядом с президентом сидел бы. Тысячи детей поднимать. Наркоманы дети, в течение месяца ничего от этого не остается. Дальше. Я хотел бы купить ваши книги. Если есть такая возможность, я бы хотел иметь толкование Нового Завета, 3 тома. Евангелие в вузах и к истинному православию. Я живу в Америке, штат Вирджиния. Могли бы вы сказать, сколько это будет стоить и как это сделать, если это возможно? Мы с семьей часто смотрим ваши ролики на Ютубе. Очень нужное и познавательное видео. Да благословит вас Бог в вашем труде. Я отвечаю. Стоимость этих книг в пересчете на день издания около $130 и плюс пересылка. Это дорого. Недавно пересылал в Америку все наши книги. Обошлось 12 тысяч рублей. Пересылка одна 12 тысяч рублей. Это 38 книг, 30 килограмм весу. Дальше. Для вас 5 книг не менее суммы самих книг. Или даже чуть больше. Стоимость этих книг в пересчете на день издания... На день издания, не на сегодняшний. Около $130 и плюс пересылка. Это дорого. Да. Так, это повтор. Порядок один. Сначала человек знакомится по интернету с книгами и по адресу и счету переводит сумму за книги. И плюс за пересылку посылает фото квитка, и мы высылаем ему книги. Ваш точный адрес с индексом и телефоном. Получив книги, делайте 2-3 фото, где вы лично с книгами и нам пересылаете. А для вас только через Western Union. Он отвечает. Игнатий Тихонович, я знаком с вашими книгами, они у меня скачаны. Но этих 5 книг я хотел бы иметь в бумажном варианте. Как и сколько мне нужно переслать денег через Western Union? Благодарю за информацию, я не очень разбираюсь в электронных вещах. Буду пробовать на этой неделе отправить деньги. Это вчера было. Сегодня утром, говорит, уже перестал, квитки, все сфотографил. Сегодня уже все, книги будут отправлены. Сегодня. МСД. Видите, подписан МСД. Что такое? Московская семинария духовная или что? Игнатия Тихоновича Лапкина и люблю, и ненавижу одновременно. Ох, как еще бывает. Это 96-й псалом, 10-й стих. Любящие Господа, ненавидьте зло. Давай. Несмотря на все его недостатки, он рупор и плеть нашей современности. Живи дольше, отец родной. Вот, а другие пишут, в интернете считают, Савонарола снова в эфире, берегитесь, попы. А я ничего не трогаю, наоборот, я за священников, за монахов, чтобы жили свято, не позорили Христа нашего истинного Бога. Дальше. Рус узником.
А в чем ваша ненависть? Так вопрос. МСД. Ответ. Как послушаю, так долго успокоиться не вот могу. Вот и все. Это значит живое слово. Проникает до разделения души и духа составов и мозгов. Так а почему не слушают там Осипова, его не трогают, других, которые слушают, не трогают? Почему мое слово трогает? Оно не мое, потому что. Я вчера послал стихотворение, два, своим знакомым. Ну, я люблю стихи. Ну и прочитай. Некрасов Алексей Николаевич. Но нет пощады у судьбы тому, чей благородный гений стал обличителем толпы, ее страстей и заблуждений. А, это на этот вот вверху, что говорил, а я ему отвечаю. Его преследуют хулы, он ловит звуки одобрения, не в сладком роботе хвалы, а в диких криках озлобления. Для меня это похвала, когда они беснуются, ролики составляют, алялякают, кричат. Это говорит только о том, что я стою на правильном пути, следую за моим Господом, иначе бы сатана так не лютовал. И каждый звук его речей плодит ему врагов суровых, и умных, и пустых людей, равно клеймить его готовых. Со всех сторон его клянут, и только труп его увидя, как много сделал он поймут, и как любил он ненавидя. И вот кому стихотворение послал, все говорят, да Игнатьевич, это про вас все так это написал, Некрасов. Ну что сделаешь, Карабич там этот, все про меня пишут. Да не про меня, они писали к тому, каким надо быть, кто я такой-то. Дальше. Лермонтов стихотворение «Пророк». Это я вместе их послал. С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистое учение. В меня все ближние мои бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий, и вот в пустыне я живу, как птицы даром Божьей пищи. Завет предвечного храня, мне тварь покорна там земная, и звезды слушают меня, лучами радостно играя. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкой самолюбивой. Вот эти попы, которые одеты в одежде, с улыбкой самолюбивой, что они такие знатные, а Лапкин что это? Фу, сморчок под ногами нашими. Смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами, глупец. Хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите ж, дети, на него, как он угрюм и худ, и беден, бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его. Вот так. И мне сказали, это все про вас говорится. Дальше. Знаменитый литературный критик пушкинской эпохи В.Г. Виссарион Григорьевич Белинский относил стихотворение «Пророк» к лучшим созданиям Лермонтова. Кавычки открываются. Какая глубина мысли, какая страшная энергия выражения. Таких стихов долго, долго не дождаться России. А я дальше пишу. А еще дольше ждать таких пророков. И дальше показал места писания, которые об этом говорят. Третье царство, 19:10. Пророков твоих убили мечом, остался я один. Ну и мои души ищут, чтобы отнять ее. Деяние 7:52. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Это говорит к верующим. Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделали сны. Скрыли от народа. Библию скрыли. Не кто-то, именно православные скрыли. Писание не давали 1000 лет на Руси. Боялись, как бы революции не было. Она все равно пришла. Спасутся вокруг тебя тысячи. Спаслись, друг на друга пошли, досиделись. Доигрались об Иорданке. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушай сие, не рвали сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал, вот, я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Они не видели. И когда я скажу, что видел это, Стефан говорит, они убьют его. Так и есть. Это не открываю. Много еще, что Бог делает. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. И побивали и камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вними греха сего!» И сказав сие, почил. «Не вними им греха всем моим гонителям на суде Божьем, я об этом знаю, братья, каждый день молюсь». Римлянам 11:3. Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и мои души ищут. 1 Фессалоникийцам 2:15.
которые убили и Господа, и Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся. Сектант всех изгоняет, и Кураева выбросили, кто бы ни сказал слово, только то, что им, вот по их, в генеральную линию входит. Больше они не могут никого терпеть. Дальше. Артем Рублевский. Игнатий Тихонович, приветствую вас. Хорошие стихи, насыщены именно библейским духом. Но не согласен со словами Лермонтова о всеведении пророка. Пророки не всеведущи. Всеведение бывает только триединый Бог. Дальше. Юрий Соболев. Как говорил моя покойная тетушка-филолог, Лермонтов прожив столько же, сколько Пушкин. Прожив столько, сколько Пушкин, был бы потомками поставлен на место Александра Сергеевича. Благодарю, Игнатий Тихонович, за напоминание этого поэтического шедевра, строки которого вполне можно отнести к вам и вашей жизни. Понятно как. То есть людям положено это на сердце. Александр Май. Мир вам, Игнатий Тихонович. Если есть несколько минут, сможете уделить несколько вопросов о смерти. И что значит «благословляйте Бога»? И какому священнику можно подходить для благословения? И еще вопрос о снах, видениях и явлении умерших. То есть я его принял, мы поговорили, ролик будет стоять, дальше посмотрите. Александр Лобачев. Мир вам, слушаем вас, смотрим ролики. Очень понравилось занятие от 3 числа, где речь идет о свободе во Христе. Таких общин, как ваша, не было за всю историю человечества. Это вот, понимаете, когда сказать, да вы что, я еще раз говорю. Мы первые, кому Бог дал такую свободу, и мы не можем этим пренебречь. Это Бог так сделал. Мы ничего не отделялись, они там колят, раскалывают. Благодарим Господа нашего Иисуса Христа за такие милости и плоды, что мы видим сейчас. И мы хоть на расстоянии, но тоже считаем себя вашими соучастниками в деле Господнем. Да поможет нам всем Бог. Аминь. Юрий Соболев отвечает. Сейчас, готовясь к сегодняшним занятиям, вот что прочел у Златоуста. Кавычки. А с фарисеями Христос поступает иначе. Им напоминает он об общей немощи, показывает, что и они сами немощны, потому что не знают Писания и, пренебрегая прочими добродетелями, все свое служение Богу ограничивает одними жертвами. То есть литургия. А вышли оттуда не такие. Дальше. Словно про сегодняшних православных говорит святитель. Дальше. Сейчас да, назад. Александр. Какой вы удивительный господин Лапкин. Я случайно нашел вас в интернете и просто в восторге. Вы истинный христианин. Дай вам Бог здоровья и всем вам. С участием, Алекс Граф. Дальше. Юра Алиник. Здравствуйте. Благослови вас Господь. Спасибо, что откликнулись. Теперь я вас знаю в Львовской области. Вчера случайно наткнулся на ваши видеоролики. Сутки не могу отойти от компьютера. Ну, понятно, что. А попы бы, если сейчас узнают его, найдут, будут заливать его. Отойди, не слушай, не этих сектант. Сумасшедшие бесовской прелестью, прелесть гордыни. У них больше ничего нету. Почему? Они в прелести. В прелести и в гордыне. И поэтому, как Достоевский говорит, упрекай собственными грехами, тогда обиднее всего будет. Увидел другую Россию. Честь и хвала вам. Еще себе в Украине, во Львове, увидеть другую Россию, другим говорить, это чего-то стоит. А которые там были священники, бежали оттуда, о них этого не скажут. Говорят, хорошо, все, но... Лариса Синько, принимая с радостью все ваше. Это на стихотворении, вот там, что ваше, то все, что там написано, что говорит Некрасов, что Лермонтов, это о вас. Евгений Димов, слава Иисусу Христу. Игнатий Тихонович, можете сказать, кто из святых писал, что большая часть священников не спасутся? Это Ян Златоуст говорит, дальше. И где, то есть в какой книге или томе? Ну ладно. Спасибо, Игнатий Тихонович, за ваш ответ на мой вопрос, заданный в новой рубрике «Вопросы и пожелания». Это я вам задавал вопрос о свидетелях Иеговы. В 29-м выпуске. И про то, можно ли брать деньги за пение в церковном хоре. Я ответил на это. Большое спасибо за вашу молитву. Спасибо, Христос. Кто не знает, что сказал Серафим Саровский от священника. Златоуст говорит больше. То есть 10, из них 6 в аду будут. В аду. Вот архиереи сидят, 300 архиереев сегодня. Примерно 151, чтобы больше было, будут в аду. Еще непонятно. Серафим Саровский 3 дня назначил себе, или как он молился на камушке на своем. 3 дня и 3 ночи я молился. И молился не о царе, не о стране, только об архиереях священника. Что они делают с народом? Через 3 дня Бог заговорил с ним и говорит, не проси о них, я не пощажу и не помилую их. Господи, а за что? За то, что вымыслами человеческими заменили истину Божию.
преданиями, с традициями, чем угодно. А где это написано? Настольная книга священнослужителей, 3 том, 601 страница, 1 абзац. Настольная книга по благословению патриарха Пимена, это самый капитальный труд. Как мне один говорит, так там, говорит, типа, у нас, говорит, издание, это все евреи, как они могли это пропустить? Сам один вопрос задал. Дальше. Евгений Димов. Игнатий Тихонович, вы представили нам житие святых, когда Бог наказывал их за то, что они брали части тела от мощей святых. И у тех, кто их брал, отсыхали руки. А почему же сейчас нет таких явных наказаний? Почему десятки, может и тысячи священников режут, кромсают мощи, и с ними ничего не происходит? Я отвечаю. 1 Коринфянам 10:6. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. То есть многие поворачиваются назад, но не в соляной столб, больше никто не превращается. Достаточно одного раза. Дальше, 11 стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. 2 Петра 2:6. И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. Он показал пример. Достаточно, все геи называют, все садомиты, сегодня мужеложники, все голубые, архиереи, они будут сожжены в огне вечном. Иуда 1.7. Одна глава Иуда, это самое строгое послание в Новом Завете. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие, ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Пример поставлены. Почему сегодня такое нет? А вот один раз было, этого достаточно. Пример есть. Дальше. Так точно будет и с семенем мечтателями. Слово «мечта» только отрицательный смысл. Никогда не употребляйте его. Проблема, мечта. Выкиньте из лексикона. Проблема, заметьте, нерешенный вопрос. А мечта нету. Надежда. Надежда не постыжает. Которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Пророк Сафония 3.7. Я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все мои действия. Это кто? Свои. В первую очередь, это церковнослужители. Прилежно старались. Для этого семинарию заканчивают, академию, как испортить дело Божье. Они прокляты. О, какие вы слова говорите? Читайте 48.10 пророка Иеремия. Проклят, кто дело Господне делает небреже. Крещения-то нигде нету. Мокрой ладошкой поповской пухленькой хлопнул и все. Нет крещения. До 30 лет ставят. Недействительное. Сколько об этом уже писали. Александр Нежный. Тогда был Кураедов. Как называется, при Совете Министров. Все 100% архиереев Московской Патриархии ставленники через КГБ. Тогда было. А 7-й Вселенский Собор, 3-е правило, делает недействительный, придает анафеме. Вот и весь ответ. Вот где секта-то, самая большая эта секта, это вот те, которые отсеклись от канонов, от соборов, от Библии. И всякую ветвь, не приносящую плода, Бог отсекает. И поэтому более мерзкого состояния нельзя придумать, как сегодня, что пишут. Пьяные попы давят людей, прихожан своих, на машинах. И что? Коля Николай. Благодарю, хороший стих. А вам для еще большего укрепления очень подходит. Вот понятно, об этих стихах. С человеком ни разу не встречались. Александра Гордеева. А для перекрещивания с полным погружением мне друг предложил написать благочинному нашему. Взять у него благословение. А если за крещение берут деньги, значит у того, кого не крестить. Да. А на праздник крещения обязательно нужно окунуться в воду. Что наблюдается безумие какое-то. Один крещение. Этого Христа... делать нельзя, это язычество. Язычество. Кроме простуды там ничего нету. Наш епископ Евтихий хорошую статью на этом написал. Не купайтесь. Но тут идут, освещают на Аби, там дом построить, какие средства, там елки. А санэпидемстанция говорит, воду брать нельзя, пить нельзя, ничего берут. Это река. Николай Веселов. Здравствуйте, Игнатий Тихонович, мир вам. У меня к вам предложение и просьба. Не могли бы вы на своем сайте во свете Библии доработать... Подожди-ка. Вчера у меня выявились голубята здесь, а вот маленькие здесь сидят. Дикари. Я все время с породистой, у меня 6 разных пород было голубей. А тут поймал дикарей, потому что они болели своей вертячкой голуби-то. И садить боялся. Я думаю, посажу их сюда, это зона такая как бы заразная. Ничего подобного, на них не влияет. Поэтому не надо человека держать под зеленым сукном. Вот у нас могут сводить к сектантам, к любым, которые не православные. Ну, только не один человек, а два, и что другие молились. У нас нет запрета.
Зазомбированные — это те, как они говорят. Нет, это есть манкуртизация. Манкурты. Патриархийные называю их. Дальше. Так. Во свете Библии доработать. Во свете Библии доработать скачивание аудио. То уже есть, работают над этим. Скачивать книги не по главам, а одним файлом сразу. Это облегчит скачивание ваших аудиокниг. Да, говорят, что уже делают и там передают в администрацию нашу. Модераторы этим занимаются. Насчитано мною Библии 50 книг аудио. Такого сайта нету нигде. Они сейчас стоят. Мои беседы с Александром Менем в аудио. Юрий Соболев. Как же мне хочется крепко обнять вас, Игнатий Тихонович, ибо словами не высказать ту благодарность Господу за ту благодать, которая по милости и промыслу Божьему светит светом на невечернем через вас всем нам. Пришел занятие, такое дивное общение. В воскресенье батюшка такую проповедь сказал на литургии о значении благовестия для каждого христианина, что тут же мне Господь положил на сердце мысль, что нужно предложить миссионерский десант по окрестным селам с благой вестью. Вместо паломнических поездок. Вот это давно надо делать-то. На нас нападают, а мы про это как раз и говорим. Это необходимо. Вот только в окрестности мы раздали 30 тысяч Евангелий, заходя в каждый дом. 30 тысяч. Даже больше немного. Ну, то работайте. А община-то наша. Всего ничего нет. В одной гости забрать можно. Сегодня переговорили, созвонились с миссионерским координатором и уже назначили маршрут. Это город Красноярск, а Юрий, он преподает в государственной академии, в государственном университете и работает при церкви еще катехизатором. Там соберутся люди. Мы возьмем Евангелие, те самые красные, и в путь. Кругом в селах все забито сектантами. Священники раз в 3-6 месяцев появляются в приписанных приходах. Приписанных? Так... Приписанные? Как придумали, как? Так как не успевают. Так ведь для миссии самое то. Без ваших материалов и проповедей по воле Божьей. Вряд ли эта мысль пришла бы когда мне на ум. Пожалуйста, плоды растут. Прошу ваших советов и молитв, пока наметили на 19 января. Ну вот, новый сезон, видимо, подошел. Сезон ваших ответов через проповеди на мои вопросы и рассуждения. Да. Да ведь я случайно включаю проповеди, не выбираю. Как так? Только о чем он думает, говорит, а у него проповеди, которые здесь есть, в аудио там или видео-то, и именно с той, начинает даже не сначала проповеди, как раз те слова, которые он говорит. Они с женой говорят, мы не перестаем удивляться. А о чем рассуждали? О воспитании детей. Пришли, толкнули, вы говорите о воспитании детей. Это Бог делает. Потом это мне сообщает абсолютно со всего мира. О чем бы мы ни говорили. Включаем какой-то ролик, вы именно об этом будете говорить. Это кто-то направляет на это. Дальше. Бог. Готов расцеловать телефон, из которого слышу ваш голос. Ну-ка, видишь, дорщины. Не бойся, она тебя не тронет. Да. Дед, что-то сбилось-то. Кошки сбили. Пропали. Игнатий Тихонович, дивен Бог. Слава Христу, аллилуйя. Некоторые мне пишут, что мы, говорящие о вас хорошо, подобны гирям на ногах ваших. Да. Плохо, что ли, надо говорить? Я в искренней радости общения по-настоящему... Хороших-то слов ваш адрес от полноты, что чувств не могу подобрать. Апофатика, да и только. Что такое? Дальше. Влад Медведь. Слава Иисусу Христу. Не умолкайте, да славится Слово Божье. Саварбек Алмазов. Игнатий Тихонович, этот Никита похож на упыря. Вы видели его глаза, как он смотрит на вас? У меня такие ощущения, он захочет вас убить ночью. Ну-ка, поверни сюда. Я к людям обращусь. Посмотри внимательно. Поверни, чтобы его полностью было видно. На глаза. А ты слово упырь-то знаешь, что такое, нет? Ну, как вампир там или кто. Вот смотри. Что говорит об этом Ожиков словарь? Упырь. То вампир. Же самое, что вампир. Кровопивец. Убивает и сжирает. Посмотри на него. Дайте определение такое. Притом это мне второй уже человек говорит. Я его каждый раз спрашиваю. Никита, ты хочешь меня убить? Нет. Посмотрите на глаза его. Ну ладно. Смеяться-то смеяться, но благодарю. Потому что предупреждение — это неплохо. А другой пишет на это. Елена Царенкова. Никита, мы с тобой. Держись, исправляйся. В хорошие руки попал. Православный глаз. Молодец, Никита, учись. А, все, Ларита Синько. Ну, это говорил, да. Вот так. Сергей. Какой Сергей, непонятно. Игнатий Тихонович, я понимаю, что вы очень занятой человек. Да и вопросы, наверное, повторяются. Но я не смог пока найти ответа на свои вопросы в вашем огромном кладезе информации. Поэтому еще раз прошу,
проявить терпение и снисхождение ко мне, начинающему делать первые шаги в изучении православной веры, и ответить на мои очень важные для меня вопросы. Каждый день пишут неправославные, сектанты, и отвечают на вопросы, и пришли, больше говорят, все, назад ходу нету, возвращение домой. Это и работа такая идет. Дальше, Валерий. Дорогие администраторы, модераторы, мир вам и благодарение. Продолжаю смотреть новые видеоролики, увидев в номере 28 свое письмо. Утешилась и появилась надежда, что я смогу задать свои вопросы через скайп, не выходя в видеоролик. Разрешаю. С 3 до 17 по Москве. Запомните. Но сначала мне нужно написать. Тут пикнет, я посмотрю. Вчера такое случилось, и все сгорело, и скайпа нету. Открыл вторую страницу. А потом уже созвонились и сказали, где какое, что, говорится, нажать. Заново вернули, вставили, и все. И теперь у меня получается 2 скайпа. Дальше. Вопросы через скайп, не выходя в видеодиалог по скайпу. Да. Так и состыковать возможности очень сложно. И нет у меня желания показываться всем. И написать мне легче. Ведь я сидеть не могу, и помощников у меня нет. Мне самой нужно установить ноутбук со всеми тянущимися проводами. Настроить все и самой настроиться, пока все сделаю, то и разговаривать не будет сил. То есть болящая об этом пишет, ну вот так. Писать я не могу, у меня времени нет и очень, очень неудобно. Я много лет работал на Украине, машина, а здесь меньше пипитер. Вот, и поэтому хватаю 2 буквы за раз пальцами. Я 1000 страниц тогда писал, книги перепечатывал. Дальше. А ведь я инвалид 1-й группы. Еще раз объясню. Мой компьютер мужа, меня зовут Галина, не Валерия. И еще сейчас узнала, что Игнатий Тихонович не разговаривает с женщиной наедине. А время не терпит, ведь сколько лет ждешь ответа. Да. Я не умею пользоваться контактами. Вот только научили меня в скайпе. Прошу вас снизойти мои немощи и разрешить мне написать вопросы в скайпе. Сообщите, пожалуйста, можно ли писать с самыми наилучшими пожеланиями и молитвами за вас, грешная Галина. Вот уже 13 лет сокрушаясь, что постеснялась попросить тогда у Игнатия Тихоновича молить за себя. Будем молиться. И за своих родных, так как у меня не было с собой денег. И я отдала ему свою гривну. Кому она дала? Юбилейную. С изображением святого князя Владимира. И попросила помолиться за своего тяжелобольного духовного отца. То, что сейчас получилось, считаю результатом взаимной молитвы. Ну, видите, спасибо, какой ответ Христос. У людей идет. Поэтому сказать я здесь могу, писать будете, но постарайтесь все-таки выходить в скайп. Мне, ну, просто неудобно. Так, вот теперь смотрите, вот это наш, мой листик. Вот сюда заходите, Mail.ru. Вот видите, я в шапке. Там другие листики, а другими. У меня несколько страниц открыто. Ну, именно здесь. Сколько здесь сейчас у нас видео? Видео 2228 роликов. Это наши видео. И фотографии 18 тысяч. Ну вот все, каждый день мы сюда выставляем. Приходите сюда. Дальше. Вот наш православный видеоканал. Смотри, как он выглядит. Просто зарядите где-нибудь в Ютубе, в Яндексе. Нет, в Яндексе нет. Это в Ютубе. Православный видеоканал во свете Библии. И теперь. Вот здесь вот есть главная страница, вот, показы. На нее нажмите, и здесь пойдут вот что. Жития святых на каждый день. Моим голосом начитаны, и теперь один человек их берет и вставляет. На каждый день иконы подбирает. И что он пишет? Считай до конца. 11 января. Память 14 тысяч младенцев от Ирода, видимо, у убиенных. Игнатий Лапкин. Православный миссионер. 45 просмотров, 19 часов назад. Ну, вот только поставили. Дальше. 10 января. Страдания 20 тысяч мучеников, некомедии сожженных. По Дмитрию Ростовскому насчитано. Дальше. Сколько просмотров? 115 просмотров. Один день видите назад. Видите как? Это каждый день это выставляется. Каждый день. Это 1173 ролика у меня еще будет. Ну покажите в интернете, где это есть. Это не мое. Это Бог делает. И что интересно, я сказал про Акима о соприкосновении. Мне звонят по телефону. Мы хотели у вас фильм снимать. Ну и что? Но мы хотели у вас взять интервью. А зачем? Я положил трубку, не стал разговаривать. Я сроду это не был. Проходит еще день-два, опять звонят. Я опять отказал. А кто звонит? Узнаем. Потом батюшка звонит, отец Аким, и говорит, такие люди, говорят, вот хотят снять, они, говорят, хорошие очень. В дальнейшем мы будем близкие друзья. Я согласился. Снимает фильм. Документальный фильм о православии. Это те еще годы, те советские. Он занимает первое место на международном киноконкурсе.
Но это не наша оценка, предчувствие. Красноярская киностудия, филиал от Свердловской. Их только три было здесь киностудия документальных фильмов. Он приезжает, второй фильм снимает. Я говорю, так уже снимали. Не все сняли. Сняли, второй фильм занимает первое место в России. Я говорю, как бы на меня указывает, не он, у вас бы вообще ничего не было. Почему? Я никогда не прятался. И как-то Господь это делает. Ну не мое это, еще раз говорю, не мое это Бог делает, благодать Божия делает. Объявляют конкурс по всей России. Написать, на, как это у Горького есть такое, знаменитое там наш. И один берется из них писать о моей биографии. Чего ради? Занимает первое место в России. Это уже Российская Федерация. Я говорю, да как это так может быть? Понятия не имею. Это там другие, там профессора сидят и прочее. Не я это делаю. Почему? Дух Божий касается людей. Моего там ничего нету. Ну не умирайте я вот то, что я скажу. Не буду говорить, никто это знать не будет. Я могу назвать имена и прочее, которые тот говорил, Малашин Юрий Николаевич. А этот снимал, который в фильме «Предчувствие», Кузнецов Владимир Сергеевич. Ну тут просто говорить об этом. Вот оно, пожалуйста, это на нашем. Теперь посмотрим, что какие поступили у нас на наш форум. Считаем. Андрей Никон, Каспришин. Каспришин. Андрей Каспришин – это фотограф «Алтайской правды» газеты. Он в России только два человека были, удостоены награды от Путина, будучи фотокорреспондентами. Вот он один из них. Много лет приезжает в Потеряевку. Волобуев к нам приезжает тоже. На международных фотовыставках получает первые призы. Какие люди? РИА Новости приезжает. Кряжев. Приехал нынче с какого-то ГЕО. Вообще общество. И фотографии, главное, выставляют. В РИА Новости занимает первое место. Ну не мы это делаем. Бог делает. В Америке прошла фотовыставку «Батюшка убил». Так вглядывается, а где вы таких людей нашли? Какие глаза, дети? Люди находят. А почему? Эти люди не могут, которые вокруг нас злобятся. Злоба отнимает разум. Я говорю о первых местах на международных киноконкурсах. Вот он один из них. Он спрашивает. Игнатий Тихонович, с Рождеством Христовым. Как ваше здоровье? Каспришин Андрей Николаевич, «Алтайская правда». Зайдите ему, скажите, что со мной знать нельзя. Я его зазомбировал. Хорошее здоровье. То есть, благодарение Богу. Андрюша, благодарю. Дальше пишет. Наталья неизвестная. Как жить среди людей-безбожников, старших по возрасту? В такой обстановке без верия, без духовности, вражды, на веру и церковь. Куда деваться таким детям? Ну куда это? Мы знаем куда. Вот строим с нуля деревню, и у нас лучше для воспитания детей, чем наша Потеряевка, трудно найти. Все верующие, учителя верующие. Но поселиться очень трудно. Во-первых, пять качеств. Что, докажи, не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Ну и должны быть средства, силы построить дом, хозяйство и все остальное. Ну как, когда заселяли Сибирь-то, и каждый сам строился. Единственная внучка спрашивает деда. Сегодня Рождество будем отмечать? Нет. А почему? Потому что никакого Рождества нет. И что мне, дури дочери, убивать себя? Ну, зачем убивать-то? Знакомьтесь, приходите, будьте на наших ресурсах, и Господь укажет. Дальше. Ванесса Мэй. Вот, Ванесса Мэй, ясно дело, что что-то скрывает, уже сразу не расположен. Ванесса Мэй, это скрипачка известная такая есть. Ну, это не знаю. Но я не люблю это дело. Надо просто фамилия, имя, отчество писать. Ну, открытое, в брюках сидит. Ну, сразу как-то уже не по-православному. Что напишет? Посмотрела ваше видео «Рождение свыше». Не понимаю, почему вы стремитесь быть таким же, как современные христиане, то есть евангельские. Вот это да. Почему мы евангельские хотим быть? Ну, что за вопрос-то? Со Христом хотим быть? Они все говорят в основном, что они одной веры. Что главное это быть довольными, хорошо себя вести. Да, в их жизни было покаяние, изменение. Но в общем-то, я, например, теряю интерес к такому, похоже на что-то общественное. Сколько не учись этим переживаниям, нечему учиться. Просто научиться спокойствию можно. Но не этому. Достаточно ли? Люблю Бога, Он же достоин и так далее. А где тут путь? В общем, не приводит к гармонии, а отдаляет от нее. Никакой гармонии в Слове Божьем нету. Наоборот, противоречия везде. Мир противится Богу. Не можете служить Богу и мамоне. Какая гармония это? Заигрались за гармонию, загармонизировали себя. А отдаляет от нее. Никакие христиане не знают суть проблем. Зато делают вид, что самые умные. Это если быть как все. Что ВПМ это покаяние, как бы современное. Еще неизвестно, что и кого ждет.
Тем более остальных людей сразу делать чужими. Можно верить, пока помогает. Отношения как, веры нету, не совсем нету. Отношения с Богом невозможно строить так. Личная вера, личное прощение. Называется нашли слова. А то, а я же жил с нелично. Да и правильно, найти кто такой же веры, этого никто не скажет, только сами можем. Ну, что могу сказать? Уверовать во Христа, просить Бога. Бог не откроет, закроет, никто не откроет. И все, веры нету. А когда увидите радостные плоды веры, тогда будет ясно, что разочарование. Ну, это мы уже говорили в прошлый раз. Вот теперь новый. Дима Зубик, родной город Долина. Долина, где она? Вот он какой. Какая фотография большая, даже раздернула. Боже, да помоги вам. Вы дуже гарно все пояснюете. Вот так. Это вы с Украины? Ну да. Переводи по-русски. Божьей помощью вам. Вы очень хорошо все разъясняете. Дальше. Валентина Харисова. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Да, Матфея, это 7.12. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Простите меня ради Бога за то, что пишу вам. Ничего себе. Пишу, пока пишется. Я обыкновенная женщина, простая русская душа. Верю в нашего Господа Бога Иисуса Христа. Сейчас особо начала верить после всего случившегося со мной. Неспроста все это мне далось. Так случилось, что моя жизнь сложилась так, что мой муж, не были венчаны, бросил, ушел к другой женщине. 5 лет прошло. Старалась, молилась, боролась, как могла, за свою семью. Но ничего не получилось. Муж там, с той женщиной, блудит. Не там, не в семье. Мотается туда-сюда. Я устала бороться за него. Хочу попросить у вас помощи. Что мне делать? Как мне жить? По-старому не могу жить во грехах. А по-новому не получается. Как никак. Быть, довериться как Богу и молиться. Это ваш крест. Мы не знаем. Обычно как. Мы познакомились. А когда узнаешь, два блудника нашли друг друга. Я не о ней говорю конкретно. Поэтому ничего не сделать. Только молиться и довериться. Молилась и молись. Ничего больше не надо. С мужем прожили 25 лет. Ушел. Но покоя нет. 5 лет прошло. Не могу себя найти в этой жизни. Задаю себе вопрос. Вопрос, почему? Что я должна понять? Как найти ответ? Зачем я живу в этой жизни? Ничего себе. Есть 2 сына, внучка, слава Богу, но нет покоя на душе. Что? Что я должна принести этому миру? Какая Божья воля в моей грешной жизни? Молитесь, Господь вам откроет эту волю. Так каждый день читайте Святую Библию и молитесь. Бог вам в помощь. Простите ради Бога. Вы какой? Вот понимаете, его только форма внешняя говорит, работяга. Сразу видно. О, какой стул-то у него. В этот стул надо сажать с излишним весом, чтобы протолкнуться или нет кормой туда. Авторская мебель при том, да? Как его звать? Алексей Скрябин. Дальше. Спасибо, друг Игнатий. С Новым годом и Рождеством Христовым. Ну вот это вот подарить надо таким, которые на 2 сиденьях сидят, на 2 стульях. Познакомьтесь с ними, да и подарите. Так, следующая страница. Сейчас посмотрим. А это что такое? Вот, тут, значит, снимок идет с... Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Какие церкви являются церквами? Я забыл. Вы перечисляли, по-моему, 5 церквей. Католики, православные, Григориано-Армянская апостолическая церковь, Коптская и Сирийская. Вот, все 5. Все за этим, это за пределами церкви. Имеет рукоположение от апостольских времен. А ереси? У нас и своих хватает ересей. Дальше. Заметка администрации. Так, пишется, что помнится год назад... Все поголовно на авку, на фотографию, себе ставили Андрея Кураева в знак полной солидарности и поддержки. Что вас ставят, встречаю впервые. То вот это моя страница, и меня ставят. Это Дмитрий Чернушный поставил фотографию. Дальше. Оксана Малько, Долганова. Добрый день, пришлите, пожалуйста, реквизиты для перевода денег с Украины на издание книг. Буду также благодарна, если подскажете, где можно приобрести труды Игнатия Лапкина в нашей стране. Спасибо вам за искренность. Ну, у меня, ко мне надо писать. Я маленько это скрою, вот это, показать, где. Вот. Что тут? Сейчас, я сейчас вам сразу покажу. За книги надо посмотреть. Книги, слово почем, вот оно где. Вот мои реквизиты. Смотрите. Можете переписать за книги, сколько стоит, я уже это говорил. И вот дальше, электронная пластиковая карта. Так она говорила издать.
Она говорила про издать. А? Издать книги, она говорила. Издать? Да. Издать? Ну, так это надо книги в электронной версии получить. Тогда выйти еще раз. Я не понял. Не понял, и поэтому такой ответ дал, что я думал купить. Ну, издают книги мои. Ну, конечно, никто не спрашивает ничего. Но я хотел сказать, если издаете, меня все-таки уведомить надо бы. То есть я разрешаю, издавайте, но из изданных хотя бы какой-то процент мне отдайте книг для раздачи. Для раздачи. У меня 90% книг, которые я издал, бесплатно развез еще при том по всему миру, начиная от Владивостока, Находки, до Лиссабона. И обошли Скандинавию, Прибалтику и весь север, и страну захватили. Около теперь 600, 500, теперь около сотни еще добавилось пунктов. Иосиф Панаитов. О, что-то солнышко греет. Что он тут? Отец Иаким ответил по письму митрополита... Да, ответил. Вы найдете. Я, может, пропустил, а 2 недели уже прошло. Да, прошло, и там все отвечает он. Посмотрите внимательно, уже отвечено. Юрий, я все никак не могу внятно спросить, чтобы внятный ответ получить. Дело как раз в том, что именно епископ то и благословил расторжение первого брака моей жене. После чего мы и повенчались. Я впервые, она повторно. Что же теперь получается? Я не в браке живу с женой. Так выходит по Писанию. А главное дело, то теперь что? Все-таки расторгать брак? Или жить уж теперь как в браке, раз уже произошло? Меня заботит сейчас спасение моей души и спасение душ моих детей. Я отсылаю вас к Святой Библии, Неемии и Ездра, когда расторгли брак по всей стране. Иноземных жен отпустили. Вот ответ. Спасение души. Брак, брак. Все это брак. Название это брак. Браковка. Все. Брак стопроцентный-то. Епископ берет это на себя, при живых венчает. Написано, если умрет, муж выйдет. А если при живом выйдет, называется прелюбодейцей. Но считайте, 1 Коринфянам 7.39, 19 глава Матфея, да, Мария. Мария, сегодня в 4.03 в сети Одноклассники. Игнатий Тихонович, сделайте опровержение в YouTube. Дудин, такие гадости говорит, якобы у вас в Потеряевке Содом и Гоморра. Вот у нас Содом и Гоморра в Потеряевке. Повторно. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У меня к вам вопрос. Вот я общался с одним уважаемым человеком, священником Сергеем Дудиным. И он такие вещи говорил про вашу общину. Часто смотрю ваши ролики и не верится. Неужели это правда? Почему вы не сделаете опровержение в Ютубе? Он говорит, Сергей Дудин, что вас станет разврат, занимается блудом. Еще он говорит, якобы Сергей Пупков и Никита гей, занимаются Содомом. Ну, Содомом. Занимаетесь Содомом? Нет, не занимаюсь. Нет, никто и не слышал даже это. Ну, говорят и говорят, что это. Ну, каждый ответит за свои слова. Доказательство, если бы он был здесь и сказал это, я его пришпилил бы сразу в суд и кончено дело. Ну, а это разрешает. Мировая сеть, он запутался там. Дальше. Сделайте опровержение в Ютубе. А зачем? Пускай так думают. Это означает, что за нами ничего нет, если они начинают придумывать. Тут обвинений никаких нету. Зачем бы говорить? Ну, я племянник, родной племянник Гитлеру. Дальше. Муссолини мой брат родной. Ну, еще дальше-то. Ну, сказать-то все может, говорит. Брань на вороту не виснет. Еще Сергей Дудин говорит всем про вас, что вы держите Никиту и Володю Пащенко у себя в качестве рабов. Они работают на вас, где-то подрабатывают, а вы забираете у них деньги и держите их за пайку хлеба их. Так, в первую очередь тебя. Давай. Сколько ты у меня на меня отработал? Как ты работаешь? Что я тебя заставляю для меня и где ты деньги мне даешь? Сколько раз ты мне деньги давал за работу? Нисколько. А ты работал в лагере, я тебе рассчитался? Рассчитались. Наоборот, то есть, понимаете, все наоборот. А он какой работник-то аховый-то? И за пайку. Ты за пайку работаешь? Или доволен, что тебе готовишь? Ну, я уже отвечал как-то по на ютубе. Отвечай так. Володя, как тебя показать-то бы? Маленько шагни сюда, не урони эту аппаратуру-то. Иди сюда. Сколько лет ты уже здесь? Чтоб тебя видно было, то попади в это. С 2007 года. С 2007 года. Ну, я за пайку работаешь? Нет, конечно. Да я, у меня же все описано у вас в книгах и на форуме есть материал, где написано о Володе Пащенко, как сбежавший. Ну ты мне деньги хоть раздавал заработанные? Нет, конечно. А ты в лагере работаешь, а рассчитываешь? Да. Ну, сколько лет? Ну ты чем-то недоволен, что я тебя забрал? Или кормлю тебя хуже сейчас? Ну я единственное могу ответить там отцу Сергию Дудину, другим людям, что
чтобы они не думали, сразу скажу, что я единомысленно во всем с Игнатием Ильичем. Чтобы у вас не было даже никаких там намеков, что меня как-то зазомбировало и так далее. Тем более, я некоторые ролики подготовлю, вы это все увидите в них. Так что все. Бог помощь. Вон. Ну ладно. Не хочет говорить, потому что нам близкий человек, который ролик с ним, беседу, ну, не захотел, чтобы быть. Человека мы этого очень уважаем и любим. И дальше. Комментарий администрации. Ну просто не могу поставить рядом еще один похожий вопрос по этой теме. Не вопрос, а опровержение. О. Леси Лыськив, сеть ВКонтакте. Добрый день, Игнатий. Честно скажу, отношусь к вас с настороженностью и разделяю далеко не все ваши взгляды. Но вот информация в одной из тем ВКонтакте меня явно насторожила. Я решила проверить ее. Информация о извращениях сексуального характера вашей деревни. Ну дальше, кто там пишет? Сава Савушкин. Сергей Дудин про вас говорит, вы этим занимаетесь в стане. Вот, вот это что-то, что там изображено-то? Женщина с обнаженной грудью лежит. Может откнуть? Что там показано? Оно не покажет. А? Не покажет его. Это просто снимок, это не видео. Это не снимок. Видео, а вот треугольник сейчас защищает. Ну это снимок просто, видео. А, ну ладно. Сава Савушкин, мы хотели приехать к вам жить с женой, сестрой, а нас один священник, Дудин фамилия, Сергей, напугал, сказал, что у вас секта, вы сектант, у вас в пол лунолунье, шабаш, все раздеваются до гола и устраиваются Содом и Гоморру. Вот видите, Содом и Гоморра. Вот, то есть интересно. Содом и Гоморра, дальше. Православный проповедник Игнатий Лапкин. Жития святых, аудио на каждый день. 20 декабря, 2 января по новому стилю, совершается память священномученик Игнатий Богоносца, тропарь Игнатию Богоносцу. А? Ну, дальше понятно, что. Да, это уже показывать. Я показал, чтобы у нас заходили и вот на нашем в этом Ютубе. Вот, вот они, жития святых идут. Послушайте, легко слушать, включите. Ну, просто приятно вам будет слушать. Дальше. Я обратилась к вопросам к отцу Сергею Дудину. Благо найти его оказалось ВКонтакте проще простого. А я ВКонтакте-то не бываю. И он дал такой ответ. Опровергнув гуляющие слухи, назвал это клеветой. Вот тебе надо, Сергей Дудин. Да благословит его Господь, батюшка. Заступник ты наш, дорогой. Мир вам, батюшка Сергий. Нашла вас через поиск, так как, прочитав сие, обезумела. Конечно, у Лапкина много дурного, но зачем же вы приписываете ему того, чего явно нет? Наступающим Рождеством вас. Много дурного. Ну, хоть одно-то покажите, я хочу исправиться. Вы говорите, вот не согласен. Мне уже трудно успокоиться. Ну, покажите, я хочу исправиться. Я человек страстный, грешный. Ну, помогите мне исправиться-то. Ни один не выходит. Мои книги берут уже, я сколько знаю, примерно 5 епархий, цензорские отделы. Этим занимались Почаева уже больше года. Дворкин. И никто, ни одного ответа нет. Ни одного нету. Почему? Да ничего там нету. Как и наш архиерей назвал Игнатий супер православный. Дальше. Что тут еще? Ответ Сергея Дудина, видимо. Ну, это просто клевета на меня. Я никогда себе не говорил никому про Лапкина. Лапкин это сектант, но говорить о том, что он занимается какими-то шабашами, это ложь. Ну да, Лапкин сектант. И попутно заступился и солгал еще раз. Я показал, сектанты мы никак не относимся. Сегодня самая большая секта, московская патриархия во всем интернете. Это не мои слова. Секта. От чего они отсеклись? Отсеклись от Библии. Библия им вообще не нужна. Отсеклись от канонов. Архиерей может любой канон нарушать. Ну самозванцы. Преступники. Дальше. Жития святых. Все жизнь говорит, не принимают ничего оттуда. Мощи режут, там вот все это дело, ну, вот где что. И Лапкин сектант. Дальше, Сергей Дудин, еще что? Сергей Дудин, кто же клевещет так жестоко, ссылаясь на вас? Ответ. Не знаю, какой это тролль. Лапкин сектант, но не извращенец. Голубь там воркал, давай. Лапкин сектант, но не извращенец. Хрен редкий, говорит, не слаще. Дальше. Комментарий администрации. Порой диву даешься. Ложь обличителей вскрывается даже без вашего участия. Да, пусть говорят. Большая награда от Бога, когда говорят, а когда вы говорите, может что-то Бог зачтет мне за это поношение. Как говорится, шито белыми нитками и не выдерживает никакой проверки. Настолько заврались, что люди сами находят, в чем они солгали. Ложь вскрылась сама. Осталось ее только довести до людей. То есть Дудин как бы говорит, что я говорю, что он сектант, то есть, ну я не писал это, но сам себя обличил, то есть как бы. А кто это?
Ну, Дудин сам себя вскрыл, называя себя сектантом. Дальше. Себя, вас. Увидев на практике, как зыбки эти ложные обвинения, порой задумаешься, кто это все сочиняет и зачем. Лучше бы действительно ехали эти горе-миссионеры с проповедью в тот же соседний Китай. Говорят, там сейчас есть тяга к православию. Хотя с такой степенью озабоченности, будет ли от них толк? Ведь это уже не первая нападка на ваш адрес сексуального уклона. Не так давно пользователи поголовно жаловались на смешной спам, в котором предлагали Игнатию, батюшке и братьям идти к врачу и доказывать не понять кому, что в голову взбредет. Есть ли смысл Игнатию отвлекаться по пустякам, ходить по врачам, доказывая не понять кому плоды их бурной извращенной фантазии? Быть может, стоит тем обличителям, которые пишут то, что мы видели выше, обратиться к врачу на предмет своей гиперозабоченности? Ответ. Сексуальное влечение к престарелому человеку, Игнатию, да еще и скорее всего вашего же пола, писал-то, судя по имени, парень Сава. Явно нездоровое влечение, не правда ли? И требует неотложного врачебного вмешательства. Вот ответ какой. Ну что это сказать? Они этим живут. Но я могу сказать только, когда узнаешь поближе людей, все до одного патриархийные, я называю их кодло патриархийное, все до одного и часто причащаются. Вот причина этого беснования где. То есть почему? Неподготовленная. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. Корень в этом. Многие больны, больны умом и все, и немало умирает. Они этим живут. У меня такие обвинения было, что дети у меня, мальчики с девочками в лагере спят. Я подал в суд, они все проиграли. И заплатили, и опровержение дали. Какие доказательства? Ничего нет. У нас где келья отдельно, мальчики и девочки. Мимо где девочки, даже проходить нельзя мимо. Дальше. Павел Сорокульский, митрополит Екатеринбургский Кирилл, говорит, крещение совершает только полным погружением. О! Вот парень крестится. Видите как? Прекрасно. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил духовенству в епархии циркулярное письмо, в котором определил порядок совершения таинства крещения, сообщает Рублев.ком. В документе, в частности, говорится, крещение совершает только полным погружением. Только полным. При отсутствии соответствующей купели направлять крещаемых в храмы, где купель позволяет проводить крещение полным погружением. Полным погружением. Вводится новый порядок проектирования и сооружения крещальных купелей в храмах Екатеринбургской епархии. Теперь при изготовлении купели клирики епархии обязаны предварительно представить эскиз купели на утверждение правящему архиерею. При этом подчеркивается в письме. Купели должны предусматривать утилизацию воды в соответствии с правилами церкви. Это означает, что при проектировании и оборудовании новой купели должен быть предусмотрен слив воды в непопираемое место. Ну это все там, как мне Дудин как раз, Сергей, это не так, это понимать, это омовение, то есть ну, безумие, еще отвечать на это. Лютые волки, не щадящие стадо. Все извращено. Венчают, а венцы сзади другие идут. Какое венчание-то? Венец-то над головой. Венчания-то никакого нет в церкви. И покаяние, какая исповедь, когда 20 человек стоят рядом. И эпитемии вообще нету. За абортку, правило Василия Великого II, за один аборт 10 лет отлучения от церкви. И обязан ходить, не дома сидеть. На непогоде стоять. Ничего нет этого-то. Вот дальше сфотографировано, видимо, это, что он говорит. Тут читать уже не будем. Что дальше пишет? Михаил Васильев. Живи по совести. О, какой он. Сильный, здоровый, крепкий. Вопрос, Игнатий. Старовер Холмогоров в Фейсбуке выложил фото в Фейсбуке, но бабы без платков. Я там написал, и меня заклевали. Ваше мнение? Мнение должно быть в платках. И при том у старообрядца пол головы открытого как-то. Смотрите, я не замужем. Ну в какой момент? Ну она не замужем, ладно, 20 лет, 30 лет, все пол головы. Ну а дальше, когда я платок-то сделать? Голова-то не закрыта совсем. У старообрядцев именно так, вот это вот. Откуда они это взяли? У нас девочки грудная, уже платок. Посмотрите как. И так понятно. А иначе мальчик должен быть в шапке. Ирина Штельмак, Печак, родной город Курюкивка. Добрый день, Игнатий Тихонович. Очень понравилась ваша страница и все, что вы делаете. Я думала, что таких людей на земле уже не существует. Очень рада, что нашла вас. У меня к вам просьба. Пожалуйста, помолитесь Богу за меня хотя бы несколько дней. Я болею и очень переживаю из-за этого. Я думаю, что вас Бог обязательно услышит. Живите долго и пусть вас Бог бережет. Ирина, дальше. И еще ответ Марии от пользователя. Александр Майданников, 12.15. Царевна лягушка, квакушка.
Посмотрите несколько любых роликов Игнатия Лапкина. И если у вас осталось еще хоть капля мозгов, то подобные бредовые вопросы задавать более не будете. Впрочем, по всему видно, что вы еще та коза драная. Ну, понятно, как вы проповедь ей он сказал. Я не понял, что он хотел этим сказать. Я сам не понял, что он хочет. Что он хотел сказать? А чтобы она глупые вопросы не задавала? Он за меня заступается или как? Наверное. Ну, благодарю, Александр. Ну, а ей, дай Господи, Мария, ума разума. Ну, чтобы как надо было. Еще раз говорю, смотрите вот «Жития» на нашем видеоканале. Ну и дальше. Сейчас посмотрим еще немножко. Считай. Елена Шкурина, город Москва. Ну, она взяла чудесный фильм. Да, да поможет вам Господь. Это она, о Потеряевке. Фильм. Вот он. Вот зима. Дальше. Галина Ярошевич, город Солигорск. Мир вам. Буду рада получать обновления с вашей страницы. Марийка Крылова, город Рязань. Да, но ведь первое это условие, а два вторых это следствие. Потому что впереди у нас был разговор. Оно есть, как я понимаю, спасение. Человек спасен, если принимает Иисуса Христа как своего личного спасителя и Господа. Он верит, что Бог заплатил за ним все его грехи на кресте. И он кается во всем, что сделал, и начинает новую жизнь. Жить по новым принципам, по Божьим принципам. То есть он живет так, как говорит сам Бог. Так, как написано в Библии. Ну вот так. Адель Саад, страна Египет. Это кресло-массажер называется. А? Кресло-массажер. Там денежку бросаешь, оно там все начинает. Я из Египта, отец Игнатий. Я православный из Египта. Адель меня зовут. И прошу прощения, отец Игнатий. Только хочу, чтобы вы, православный русский, знали о нас. В Египте есть православное тоже. Пока неспокойно у нас, но у вас в России много не знают про Египет. Надеюсь, что русские знают, что в Египте есть тоже православное. Ну ладно, слава Христу. Янина Эван. Благодарю вас, Игнатий Тихонович. Я совсем недавно стала просматривать ваше видео. Мы с вами почти земляки. Я когда-то тоже жила в горной Шории, в Мысках. Но после окончания школы уехала в европейскую часть России. Так уж получилось. С уважением к вам. Алексей Иванов, город Кострома. Объясните, пожалуйста, что такое секта? Я уже объяснял сегодня. Ответ. Секта – это религиозная организация, отличающаяся догматичностью взглядов. Это что я говорю? Православный? Вот. Дальше. Сергей Смирнов, город Париж, Франция. Добрый вечер, отец Игнатий. Мир вам и вашим родным и близким. Рад дружбе. С уважением, Сергей. Храни вас, Господи, и всех. Прошу прощения, батюшка Игнатий. Неверно. Давче имя ваше изрек в миру. Храни вас, Господи, батюшка Игнатий. Всего вам Игнатий, хорошего. Игнатий, не Игнат, а Игнатий. Угу. Игнат, понятно теперь. Наталья Мику. Ну, явно, что это где-то из других стран. Очень красиво. Да хранит вас Господь. Полина Пашкина. Интересный вы человек, Игнатий Лапкин. Читаю о вас. Мира, добра и любви вам. Ну, чтобы узнать, интересно, вы зайдите на наш сайт. Вот сайт. И для Слова Божия нет уз. И потом дадите отзыв. Это книга из одних документов. Как я был судим, как в тюрьме был, какие перипетии здесь были, как... Ну, все, детский лагерь. Для Слова Божия нету. Вот вы его нажмете, вот я сейчас нажал его. Смотрите, вот содержание. Вот идет. Диагнозы. Вот писали, что пресса районная, городская, краевая, союзная, зарубежная. Все абсолютно здесь есть. Дальше. Елена Шкурина, город Москва. Вот спаси Господи. Так, кстати, буду ставить очень важно и нужно. Сегодня открыл новую тему. А тут вас Господь послал. Слава Богу, я так рада. Вот тебе сектант. Как же отчество Тихонович? Хочу поставить вас альбом «Русский интеллигент». Сейчас будут искать ее эти, которые рыскают-то. И ей сказать, не знайся, сектант, там Содом и Гоморра. Ну, то есть они уже не знают, что говорить. Так, еще маленько сейчас. Ой, неправильно. 21, 22. Так, это еще же такое. 24 идет. Вот так. Вот. Мария Кушнарева, город Калуга. Благословите, батюшка Игнатий, раба Божья Мария. Так, дальше пишет. Здравствуйте, простите, просто непонятно, то ли пономарь или диакон, то ли священник вы. Ответ. Чтец, благословение на проповедь и миссионерскую деятельность. Мария, простите, вы не против по возможности общаться с нами по скайпу? Ответ.
Посмотрите эту беседу по скайпу, отправлю на видео со скайпом. Отец Сергей Дудин. То есть когда-то были хорошие отношения с Сергеем Дудиным и ссылались на него. Хороший, вдруг как взбесился. Все стал рушить, клеветать. Почему? Патриархийная система лжи. Тройная ложь. Притом ничем не обидели. Приезжаю домой, он уже стоит с ружьем около меня убить. Ну, образно говоря. Мария, я уже смотрю, здорово. Ответ. В скайп поступает очень много звонков, поэтому общение возможно. Но для этого вы должны понимать, что беседу можем писать, так как она может быть полезной другим. По возможности собрать несколько человек, так как время распланировано, то времени договариваться заблаговременно. Звонить до 17:00 по Москве. Мария, понимаю, мы с подругой вдвоем живем обычно. По времени будем стараться до указанного времени, которое вы пишете, звонить. Я думаю, да, и может по поводу чтения переговорить, совет попросить. Вопрос, Игнатий Тихонович, и все же, каких отзывов о вас и вашей деятельности больше в интернете? Какие чувства о вас они вызывают? Я за всех благодарю, за друзей, за врагов, за здоровье, за болезнь. Я не думаю, больше, меньше, это ничего не дает. Ответ. Можно спросить, каких было больше, со Христом или против Христа? Ну вот, Матфея, 20... прочитай места, чтобы люди знали. Матфея 21.9, Деяния 22.22, Деяния 21.36, Деяния 25.24, Деяния 7.54-57 стихи, Евангелие от Иоанна 9.15, Евангелие от Луки 23.18, Евангелие от Марка 15.14. Видите, какие мои ответы? Так, подсчет. Подсчет не делал, а представление имею. Приличная встреча, это порядка 5% неприемлющих, то есть в сотне 5. И что? Что за причины? Часто не от них зависит, это или положением своим дорожит, больше жизни вечной и отнекивается, или привык жить в положении премудрого щедринского пискаря, жил, дрожал и умирал, дрожал. А вот в интернете, там можно даже подсчитать, процент может быть иным, злословящих до 7%. В моем мире этот процент выше всего, резко подскакивает, потому что много есть трупоедов, которые потерятся или просто лютыми волками воют, не принося никаких обвинений, а только хула и злость бешеная. Ну и Матфея? Матфея 5.11, Филиппийцам 1.29, 2 Тимофея 1.12. Видите, какие мои ответы? Таких ответов, вот так, по Писанию тоже нет в интернете, хотя больше всего на Библии ссылается Олег Стеняев, протоиерей. Хулители это абсолютно все до единого. И во все годы только те, которые сами ничего не делают и не могут, да и они нуждаются в доброделании. Им отведена иная роль, и они туда тянут свой след. Их призвание набить гиену доверху своими пакостными душами. Где Иуда, послание 1.10, Римлянам 2.1. Вот из моих бывших ответов в университетах. Вопрос 776. Вы говорите, что заповедь Божия призывать всех любить, и что даже враги достойны жалости. Знаете, лучше найдите, это большой ответ, это я ответ, который даю. Еще вопрос. Вопрос 777. Открытым оком, том 2. Вы это найдете, я просто покажу, как ответы даю. Вопрос. Игнатий Тихонович, какое событие в пути за 2 последних года дальних ваших путешествий вырезались в особо вашу память до появления? Ну дальше вопрос, вот отвечаю какой. 953 вопрос. Том 3. Спорах со старообрядцами, что? Я защищаю Игнатия Тихоновича Лапкина. А у них сразу параллель. Если я его защищаю, значит, тем самым я агитирую за то, чтобы все ходили в кавычках никонианскую церковь, а не в их истинную. А почему никонианская, еретичествующая? Они мне так и не могли доказать. Это какой-то старообрядец говорит. Молчать я не могу, слыша неправду. Как мне поступить? Ответ. Я постоянно напоминаю всем друзьям и знакомым никогда за меня не заступаться. Я просто в этом не нуждаюсь. Своего учения у меня нет, а я проповедую Слово Божие. И кто нападает на меня, они не меня поносят, а отвергают Священное Писание. Ложно толкую его по оспариваемому вопросу. И я не только прошу, но запрещаю произносить мое имя, что будто бы я так сказал или так учил. Вот так. Вот я уже сколько раз об этом говорил. Это вопрос где? 953-й, том 3-й. Ну, дальше вопрос. 1085-й. Открытым оком. Том 3. Игнатий Лапкин. Вот вы нашли свое призвание и реализовали себя, как верующего человека. Что посоветовать человеку, который еще не нашел себя? Ну, просто знаете, длинный ответ. Слово Божие. Вот что я отвечаю ему и как идет. Видите? Найдите этот вопрос и из книг моих возьмите. Вопрос новый. В спорах со старообрядцем защищаю Лапкина. Ну, вот так. Дальше. Вот ответ. Вопрос. Игнат Тихонович, почему такой путь вдруг избрали для миссионерства? Библиотеки и почти случайные встречи, а не тот, что был прежде.
ходить по домам и собирать то людей в домах. Я и то, и другое, и третье делал. И каждый раз, а почему это? Одно время было, я шел только по государственным организациям. Потом по деревням, в каждый дом заходя, беседуя. Отдельно по квартирам, отдельно по стране. Ну и проехали мы всю Европу, и по Америке проехал я. Избрал путь дарить книги. Ну, так почему? Потому что в книгах все сказано, все. Меня не будет, главная причина, что на меня нападает, меня не будет, положение изменится сразу. В книгах будут находить то, что нигде нету, нигде нету. Почему? Они написаны в пророческом духе. А как это так? По Библии я никому не угождал, нигде, ни разу, ни одного слова. У меня центр только моя совесть и Бог. Ответ на вопрос. Ответ на молитву и на результативность. Прошли мы 56 сел. Ну дальше тут прочитайте. По стихотворение мое. От дома к дому, от села к селу, несем Евангелие падшим и заблудшим. От стоптанных сапог оставил след каблук, твердил одно и то же в завязанные уши. Кто жаждет, кто иссох и вовсе одряхлел, и опостылили кому корма и жвачка. Кто понял их апартаменты, худший хлев, уразумел, свинарниками стали евродачи. От дома к хате, от двери к воротам, стучим смиренно, слушателей ищем. Не принявшие весть благую колобродят, а сами и не ведают, какой несем им пищи. Конечно же, испорченный безбожьим контингент, познание Библии о Боге нередко на нуле. Какая уж закуска у этих на обед, едва заговорят, то впору обомлеть. Не выточить из норок непокоривый люд, как все, как принято, под общую гребенку. А если бы сказали, что стопочку нальют, ломились бы старухи и не отстал ребенок. Мои стихотворения. Похоже, доиграли с телевизора ящик, и ни о чем возвышенном душа не помышляет. Давно ли атеизмом их сжег огонь палящий, над гоями раввин в широкополой шляпе. Не меньше, чем от сотни обещано прийти. Начальство разрешило собраться в местный клуб. Поверил, книг навез, поверил, как кретин. Пришел всего один, и он нам дюжи люб. Беседа началась не меньше, чем на час. Вдруг с опозданием народ стал подходить. И только слышишь топот, каблуки стучат. Кто верит в Христа, тот с Богом не погиб. От дома сразу же идем к особняку. Он вычурно выпячивает разные наросты. Огромный пес бросается, хозяин как якут. Нам ничего не надо, довольством мимо бросил. Ну вот так, понятно, тут все стихотворения. У меня тут написано, сколько там? 3467 девятикуплеточных стихотворений. Еще последнее. Аня Жбиковская, город Донецк. Игнатий Тихонович, я так и сделала, копировала текст с приглашением и присоединяла фото о Потеряевке из вашего архива и короткий текст про Потеряевку. А там, где стена, группа открыта, сама вставляла, а где закрыта, посылала информацию к руководителям с просьбой поставить на стену. В четырех группах по Дальнему Востоку. Статьи я уже добавила. Уже есть один руководитель в сети, но проигнорировал мою просьбу. Остальные пока не в сети, возможно, и поставят. Видите как? Новые люди приходят, где-то говорят что-то. Откуда еще знают-то? Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Приходите, задавайте вопросы, просматривайте. Вы много для себя здесь найдете. Богу слава.